Короче говоря, я решил сходить на пары. Это был вторник. По вторникам у меня первая пара. 6:05. Зазвенел будильник. Еще один. Я встал. Зашел в ВК. Проверил сообщение. Я поднялся с кровати. Открыл жалюзи. Покормил рыбок. Включил ПК. Включил музыку. Переключил трек. Еще один. Во, трек для утренней бодрости. Я пошел на кухню. Я открыл холодильник. Взял молоко. Взял хлопья. Взял тарелку. Залил молоко в тарелку. Закинул хлопья. Я вспомнил слова Макса. Мишай! Вначале хлопья, потом молоко. Я вылил тарелку, взял новую, насыпал хлопья, налил молоко. Поставил в микроволновку, нажал на таймер, жду, достал, холодное. Поставил еще и еще, во, так в самый раз. Поел, помыл тарелку, пошел в ванную, умылся, почистил зубы, пошел одеваться. Подошел к шкафу, начал выбирать футболку. Одел белую, полнит. Одел черную, дрыщ. Одел любимую, красавчик. Выключил ПК, застелил кровать, все, выхожу. Зазвонил телефон. Это была моя староста. Она сказала: у нас первой пары не будет. Я ответил: я и не собирался идти. Я посмотрел на часы. До второй пары еще 3 часа. Пойду посплю. Разделся, положил вещи на стол. Расстелил кровать. Лег. Поставил будильник. Еще один. Во, так стопудово встану. Попытался уснуть. Солнце било в глаза. Я встал. Закрыл жалюзи. Я лег в кровать. Попытался уснуть. Мне стало жарко. Я раскрылся. Не то. Во, так лучше. Не могу уснуть. Взял телефон. Зашел в Инстаграм. Сфоткался. Ну, типа я сплю. Начал выбирать фильтр. Не то. Во, лучше всех. Посмотрел на часы. Через час вставать. Выключил телефон. Попытался уснуть. Вспомнил. У меня не готов реферат на вторую пару. Позвонил старости. Я спросил: алло, Кать, какая у меня тема реферата? Она ответила: валютный рынок и валютные риски. Зашел в Google, написал тему реферата, перешел по одной ссылке, и еще одной, ничего не нашел. Экономическая теория — это не мое. Набрал друга, я спросил: слышь, за сколько можно экономическую теорию закрыть? Он ответил: $40. Я открыл кошелек, взял немного денег, и еще, во, $40. Можно не идти на вторую пару. Посмотрел расписание, 3-я пара физра, закрою как-то. 4-я, прикладная экономика у декана. Я взял телефон, поставил будильник, и еще один, все, теперь 100% встану. Лег в кровать. У меня в запасе 3 часа. Высплюсь. Я лег на бок. На второй бок. Лег на живот. Так лучше. Начал засыпать. Зазвонил будильник. Выключил. Еще один. Осознал, что звонили будильники. Встал, посмотрел на часы. 7:00 вечера. Короче говоря, я решил сходить на пары.